Всем привет на канале Блог Художника. Сегодня обратились ко мне с новым проектом. Необходимо сделать ветряную мельницу для детского театрального шоу. Основа уже готова. И необходимо сделать только крышу и, соответственно, лопасти, которые должны вращаться. Лопасти должны быть очень легкими, поэтому я их буду делать из пенопласта. Далее все четыре лопасти я должен буду соединить воедино, подсоединить к мотору, и проект завершен. Как я это буду делать, смотрите дальше. Погнали!